Сурик Маграбян третий год подряд становится победителем конкурса «Директор года». Руководитель живет в Третьяковском районе. Его предприятие продает и перевозит ГСМ, занимается сельским хозяйством, производит полипропиленовые мешки. В коллективе трудится 60 человек. Добивается успехов во всех своих начинаниях. Маграбян Сурик Рубенович. На краевом конкурсе отметили, что Сурик Маграбян достигает успехов во всех начинаниях. При этом руководитель успевает еще и заниматься благотворительностью. Мы всем помогали, церковь построили, и инвалидов помогаем, и потом школам, детсадам, району помогаем. Чем можем, тем помогаем. Руководитель из Третьяковского района говорит, что звание «Директор года» не повод почивать на лаврах, а мотивация двигаться вперед, чтобы дальше оправдывать доверие коллег.